занимаешься? Задачку решаю по математике. А что там в твоей задачке? На одном дереве выросло 5 яблок, а на втором 4 ананаса. Винни-Пух собрал яблоки на варенье, а Пятачок решил испечь пирог с ананасами. Вопрос, сколько всего фруктов собрали Винни-Пух и Пятачок вместе? И того, и другого, и можно без хлеба.